для меня президент это вот он вдохновляет то, что он с нами, то, что он с людьми. То есть по телевизору его очень много. И вот эти все трансляции, которые говорят, что он с людьми. Социальная помощь. Старший ребенок, пришлось выходить из декрета в 1,5 года, чтобы идти работать, потому что детские были очень маленькие, и добиться их было сложно. А с младшим ребенком я до 2 лет сидела дома, я получала детские помощь, пособия, вышла на работу. То есть там были у нас льготы, что ребенок полцены посещал садик, да, то есть было, ну, очень большая разница, и она помогает, да.